привет! С вами снова я, Black Falcon. Давненько меня не было на Ютубе. Это было связано с некоторыми причинами. Также я создал второй канал. Его вы сможете найти в разделе «Интересные каналы». Он называется «Жеплова Геремил». А сегодня я буду модерировать поединок, который пройдет 24 марта, а именно поединок между Диланом Уайтом и Лукасом Брауном. Шансы где-то 55 на 45 в пользу Уайта. И я все-таки думаю, что Уайт одержит победу решением судей. Но посмотрим, как это будет в настоящем бою. А сейчас давайте смотреть моделирование. Что ж, надеюсь, что таких длительных уходов с Ютуба у меня не будет. И я продолжу снимать видео. Это пока что в моих планах все два канала. Но пока что я не знаю, какой будет график на основном канале. Как получится, потому что у меня помимо канала второй канал. Но это не особо важно. Я бы смог вести два канала. Но потому что у меня еще работа и так далее. Это по нескольким причинам. Могу я снимать видео или не могу. Так что я не скажу, сколько видео будет всего в неделю выходить. Это что же будет выливаться? От 1 до 3 примерно. Иногда может быть будет больше, но посмотрим. Итак, на линк выходит Диллиан. Похититель трупов Уайт. 23 боя, 22 победы. Из них 16 одержанных до срочно. И всего лишь одно положение. Его оппонент Лукаш, большой папочка Браун. 25 боев, 25 побед. Из них 22 одержанных досрочно и ни одного поражения. Сейчас нам снова присылают боксеров. Также пока подшивают, повернусь по теме моделирования. Почему их в последнее время нет? Раньше я мог спокойно скачать боксов, а сейчас их все равно надо делать по фотографии самому. Это очень тяжкий процесс. И я бы, если бы не работа, было бы все гораздо легче с паном делать боксов. Но сейчас это тяжелее, и когда получается, я делаю боксов, когда не получается, я не делаю. Что ж, а у нас начинается бокс. Погнали! Первый раунд. Раунд сразу пошел в атаку. Ой, это не спешит. Пока что больше удалов похвальшего звука моих боксеров. Пока что больше присмарш в него, как думаю. Первым его вот этот баун, вторым Уайт. Клинч. Уайт помахивает, чтобы он тоже. Уайт попадает на этот раз. Вот пока что боксеры присматриваются друг к другу. Не приходит какое-то воспаление Уайта. Уайт помахивает шаба, он попадает в блок. Не входит попадание от Брауна. Уайт отвечает. Уайт клинчует. Не входит попадание от Уайта. Но, конечно, много пока что не то, что вещи в исполнении обоих большов. Неплохое попадание от Бауна. Еще одно. Уайт отвечает.
crushers landing a combination here. That's what he does when he's at his very best. Keeping his hands up, getting rid of his opponent's offense. Ай, помахивай. Сейчас баун выпадет в штрафную. Уайт атакует. Сейчас что-то активность. Пока что думаю ваун же Уайт. Но посмотрим, что будет дальше. Что ж, первый он желает им. 10-9. Блю Тайнер шевелет. As long as those punches have eyes, as long as they're getting into scoring areas, clean shots. You're losing this fight. You need to take some chances now. You have to take a chance with this guy, right? When you got that, you have to take a risk. But listen, when he misses with a punch, count. Ваун так же, как и Пилл, пытается начать его активных действий. Какой попадание от Вауна? Неплохо сейчас попал в Абсолюш. Еще ваш хуком попадает в Абсолюш. Слушай, в этом вауне хуки походят в Абсолюш. Уайт кончует. Уайт отвечает. Браун кончует теперь. Неплохо Уайт отвечает, Браун отвечает. Браун помахивает же. Неплохо вскользь попадает Браун. Уайт кончует. Какой форум спалить Бауна? Уайт отвечает. Но в этом раунде Абсолюш пока что может получше. Неплохо в исполнении Бауна. Очень даже неплохо. Теперь Уайт отвечает, Баун тоже неплох. Пока что Уайт пытается взять активность, Баун работает вторым номером. Какое попадание от Уайта? Баун отвечает. Что ж, лупка на самого настоящего на что-то идет. И второй раунд все-таки за австралийским боксером 19-19.
встретили вам. Вам шел вперед, Уайт пытается отвечать. Пока что вам лезу вот по уши. И входит на это. Теперь Вайт отвечает. И входит воспаление Брауна. Но Вайт пока что очень хорошо перекрывается. Какое попадание от Брауна? Уайт отвечает. И все зависит еще от того, кто кого сможет потащить первого. Это вам пока что желаю там. Ну, Баун тоже хорошо перекрывается, и потом ждет момента, чтобы вдарить своему оппоненту. И какой попадание то это. Хоп, что нет туда у нас. Но кажется, что Уайт выступает агрессивным поединка. Ну, о, выше, конечно, много либо попадают в лок, либо просто помахиваются. Что ж, кинетил, а он же ушел. Что ж, он же Уайт там, и пока что после 4 раундов, счет 29-28 в пользу Уайта. А у Невшайна в шуле ведет Баваун, 29-28. Пилант он отдал Уайту, второй, третий Баваун. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Оба к шоу пошли в обмен. Ну, какое попадание от Бавауна? Баваун их не чует. Какое попадание от Брауна? Хорошо, Айс по-прежнему идет вперед, но Браун главное встречает. Is a great defensive whiz. You know, he's not Claude Rains. He didn't all of a sudden become an invisible man.
То есть аж Уайта неплохо побоксировал. Какой половина от Бауна? В этом раунде пока что преимущество наблюдает, что у Овсунышка побоксировал. Вон помахивает же. Какое попадание от Бауна. Еще одно. Уайт отвечает. Видно, что Баун особо не спешит. Пока что Баун действует очень даже неплохо. Покорно исполнение Уайта. Что ж, раунд за Австралишу. После четвертого раунда у нас боевая ничья 38-38. Physically and mentally, the other guy is starting to impose himself on him. Пятый раунд. Раунд уже пошел в атаку. Уайт отвечает. What would you recommend based on what we're seeing here today? Well, two aspirin and then, oh no, actually I would say a little counterpunching would be just what the doctor ordered. That's a better prescription for me. Watch the hook! Took a shot, now he gets a left. Какое Вауна? Уайт отвечает. Что ж, пока что у нас в смене все походит. Неплохо попадают оба боксера. Неплохо удал в исполнении Вауна. Все же Ваун неплохо попадает, но пока что этого недостаточно, чтобы отправить оппонента в нокдаун. Уайт помахивает же. Вауна неплохо действует джебом. Some of the old school guys really appreciate this, wouldn't they, Teddy? Just great upper body movement, so elusive up top. Yeah, this is an example like they used to say in old days. He stands right. Да, в каждом он успешно отслеживает. With a handful of bug shots. Good return fire that time. Сейчас пока что Уайта не получается навязать свой стиль бокса. Он очень много побоскает по сравнению со своим оппонентом.
Скоро дал от Уайта. Yeah, he stepped to the side. You know, a lot of times you talk about using your jab to set up a shot. He used his legs. Stepped to the side, got that opportunity. Final 10 seconds of this fifth round. Что ж, были хорошие моменты в исполнении Уайта, но больше хороших моментов было в исполнении Блауна. И после пятого раунда, 48-47, большой папочкой для Ди Уайта. А у нас экватор, шестой раунд. Лучше начинает с ошеветки. Это раунд. Уайт неплохо попадает. Он вышел уже в стали и не торопился в своих действиях. Неплохой попал в исполнение Блауна. Неплохо включает и Уайт. Обменчик. Опять. Сейчас видно, что бой боксов усваивает такой стиль бокса. Неплохое попадание от Вауна, а затем клинч в исполнении того же Вауна. Неплохой поход в исполнении Швалиши. Сейчас пока что оба выше действуют неплохо. Вауна неплохо попал, но пока что никто поражен не был. И пока что таки Ваун наращивает свое преимущество. Неплохо сейчас действовал и Уайт. Что вам также похоже с небольшим преимуществом Австралийша. 58-56 бывал он лидирует. Седьмой раунд. Ван хорош пошел в атаку. Уайт встречает. Неплохо лишь вот в этом раунде Уайт.
Неплохо поставишь против Уайта. Оба шаура устали, и если чисто на предложение побольше имели, и действие становится все меньше и меньше со стороны боксов. Сейчас неплохо баунд попал. Неплохо все этого лает. Ну и все уже устали. Они еще 20, практически 5,5 раундов. Неплохой подход про него это. Неплохо баунс аж попал. Уайт отвечает. Хорошо, это вам пока что уже Уайтом. Неплохо Уайт попадает, но баунс еще не подрешен. Неплохо баунса встречает. Вам пытается жевать крышовку, но не шпуртует, а без шпурта ему ее не забывать. Неплохое попадание от бауна. Еще одно. Что ж, вам все-таки за Диланом Уайтом по 7 раундов. Вау, он ведется, что там 67-66. По крайней мере, на моей карточке. А у них все нашли, после Милана вьют баунс 69-63. Это какой-то странный счет. Что раунд на Уксе свой счет 10-8. Все раунды кроме первого, за остальные, по мнению, все нашли. Это странно. Что ж, оба шапа шива Семен. Уайт идет вперед. Ну, конечно, оба шоу очень много помахивают. Неплохое попадание от Уайта. Конечно, оба больше много помягче лучше в этом поединке. Попробуй занят Вауна. Уайт отвечает.
Наш количество на сегодня Уайта, что я думаю. В какой плане это Бавана? Какой был один туалетер? Вам попадает в блок. Какой был один туалетер? Что ж, и этот вам же британшем, у меня пока что счет 76-76. Девятый раунд. Ваш ворот пошел вперед, ваунд встречает его. И входит в приход исполнения Уайта. Ваунд пока что губы работают вторым номером. И входит хука в исполнении Вауна. Wyatt can shoot. It just follows one, as you said, follows the other, nice and smooth. Thought he had his target, but Wyatt come back here, actually. Ну, хоть по ходу воспаления была у нас. Какой хук в исполнении Бауна? Уайт отвечает. Еще один неплохой хук в исполнении Бауна. Что ж, Баун пока что методически восстреливает Уайта в этом лаунде. Какой хук в исполнении Бауна? Ну, он пошел в школе. Неплохо попал Уайт. Неплохо к восполнению Бауна. Еще один. Уайт отвечает. А девятый вам забывал он. Пока что он у меня ведет что-то 86-85.
desperation kind of got to be approaching. Yeah, it's kind of like our crew members, you know, when we see them at the bar in the happy hour, and you know, you dump off on the drinks. Well, guess what, Joe? It's time to dump off. You need two or three right now. You got to really go after it. Oh, this is a wipeout. You're winning this fight. Just keep doing what you're doing, and you got this. Just keep doing what you're doing. Don't let him breathe. It's hurt. Get him in this round. А в нашем времени 10-й раунд. Надеюсь, бой у нас не будет таким влияющим, как он у нас в моделировании получается. Надеюсь, там бокс будет более высококачественным. Неплохо попадает туалет. Неплохо. Хоть по мнению Уайта. Вам пытаюсь действовать дистанция. Неплохой покор по мнению Айта. Еще неплохой попадание по мнению Айта. Слушай, это вам пока что у нас же у Айта. Какой попадание от Брауна? Вам пытается жевать раунд, он пытается всеми силами этого не позволить ему. Какое попадание от Брауна? Какое попадание от Брауна? Что ж, пожалуй, качок по стойке за Брауном, а за ней и раунд 96-94 в пользу австралийского боксера. А у Нильсона начали счет 98-91 в пользу Брауна. У этого надо было только первый и десятый раунд, а у нас тем временем предпоследний 11-й раунд. У этого вот, то есть Брауна вот вторым номером. У этого пытается показывать агрессивный бокс, идя вперед. Good defense, just covering
Но пока что в этом раунде очень мало точных ударов. Вон, помахивается, а он попадает. И еще лучше. Майк Палахиловича. В кого занят Вауна? Даже ближний бой Вауна тут как бы пока что не нужен. Он спокойно разбирается с Швайтом на дайне или шансе. А так бой у нас конкурентный получается. Но не шлейшный. Что ж, один раунд уже ушел. Он все-таки за Австралию. И после 11 раундов Вауна ведется с этим 106-103. You love to have these nights as a trainer, but sometimes you'd like just little moments early on that keep him reminded. Девушка с вышкой сейчас о том, что сейчас будет заключительный 12-й раунд. And that could be the only risk here for him if he gets callous. Keep smart. This is it. Last round, right? Keep it smart. Capitalize on his misses, okay? I want to see that counter hook. Make him pay for his misses. Последний 12-й раунд. Ваун уже пошел вперед, он это его встречает и перехватывает инициативу. Легко попадание туалета. Еще одно. Ваун отвечает. Ваун пока что лишь повыше. Никакой планы от Уайта. Оба к шоу устали. Клинч. Не входит попадание от туалета. Баун отвечает. Уайт тоже отвечает. Не входит попадание от Бауна. Обмен. Неплохо попадает в баун.
вам неплохо овладывает даже Абам. Бамон помахивает чувак тоже. Он попробовал кончевать Бамон, его оттолкнул. Это вам человек, наверное, с небольшим преимуществом. А это может быть, но посмотрим, как хорошая концовка. И в какой плане то это? Бамон отвечает. Последние 10 секунд был. Майт помахивается. К сожалению, ребята, у меня тут камера выключилась. И не снял последние моменты. Что ж, я сказал, что счет должен был быть 115-113. А Лиги Класс решением одержал победу Лукас, большой папочка Бываун. Сейчас там 118-109 дважды и 117-110. Первый и второй шлю он убивает только первый и десятый раунд. А третий шлю еще отдал 7-й. И все шли, почему 4-й раунд отдали Бауну 10-8, хотя нокдаунов не было. Что ж, обратимся к статистике. Вайт попал 338 ударов и 826, Баун 330 и 768. У Уайта 122 и 691 в корпус, 216 и 435 в корпус. У Бауна же 182 и 439 в голову и 68 и 329 в корпус. По Баунам. Первый 46-6 Уайт, второй 34-4 Браун, третий 38-27 Уайт, третий 31-25 Браун, четвертый 20-29 Браун, пятый 21-22 Браун, шестой 25-25, пусть будет это Браун, вернее, седьмой, восьмой 27-25 Уайт, девятый 25-28 Браун, десятый 24-19 Уайт, одиннадцатый 25-24 Уайт и двенадцатый 26-26, пусть будет Браун. То есть счет либо 115-16 схожего Брауна, как у меня, либо 114-114, либо даже 115-16 схожего Уайта. Посмотрим, каким будет итог был 24 марта. А с вами был Black Falcon. Еще ваш шаран уже то, что так получилось. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До скорого!